Привет, моделисты и моделистки. Я уже смеюсь, ребят. Если вы скажете, что ты уже достал этим кругом, я не против. Но смысл я хочу показать стартового набора. Я не против стартовых наборов, это как раз очень хорошо. Но к тому, что вот такие локомотивы, и коротенькие вагончики будут на них смотреться. Обычно не кладут большие в стартовые наборы, но вдруг вы захотите с самого начала хорошую длинную какую-то электричку или контейнеровоз, или какие-то американизмы длинные, аторекс, где машины перевозят, цистерны длинные и прочее. Все будет смотреться, как на предыдущих двух видео. И, конечно же, без звука, но здесь звук практически... Очень сложно сделать в таких микроскопических локомотивах. Будет просто такое дребезжание. Звучок надо ставить в этот самый в товарняк, в вагон, где открываются двери, чтобы регулировать, так сказать, качество этого звука. Я ставил в пассажирский с огромной переделкой, особенно пола, чтобы звук распространялся хорошо давным-давно. Вот. И соединял все, между собой соединял эти все вагоны вместе. Так что хороший контакт, надежный звук, без всяких... Ну, сейчас делают вот эти специальные энергоемкие устройства. Они по-разному у всех называются. Keep Alive, Current Keeper, ESU, Power Pack. Но, опять-таки, нужно место для... их размещения. Обычно вот в этих пассажирских вагонах есть место для этого. Но это отдельная история для другого видео. Но вот как Zimo декодрики себя ведут, я ничего не синхронизировал. Я так буквально чуть-чуть их близко по возможности сделал. Вы можете посмотреть, какие фарки. Это обыкновенные лампочки, не LED. Камера захватывает немножко больше яркости, дает вам. Так в нормальной жизни они более тускловатые. В смысле здесь. Ну, так вот просто эффект. В темной комнате будет отлично. Так что все на сегодня. Скорее всего, да, я вижу уже запрос на крутилку апдейта. Это сделать очень просто. На вот эту крутилку, да? Не на эту крутилку. На... вот эту крутилку, вернее, точнее, вот на эту крутилку, в ней старый firmware. Спасибо, ребят, за поддержку, за внимание, успехов. Давай.